Здравствуйте, дорогие коллеги! Когда мы видим стриминг какого-то мероприятия вот здесь, то справа видим чат. Возможно задать собеседникам наш вопрос. Вот этот чат. По-русски означает беседа, чат. И видим, кто пишет. Фамилии, имена. Здесь видны, даже видны смайлики. Но чтобы написать, нужно осуществить вход. Я вам сейчас расскажу, что нужно сделать, чтобы любому здесь оставлять свои сообщения. Первый шаг. Нужно войти. Войти. Я не буду сейчас закрывать, открою вот это окошко в новой вкладке. Войти. Что значит войти? Это выбрать свой аккаунт Gmail. Вот сколько у меня аккаунтов. Некоторые из них учебные. Вы выбираете любой аккаунт и входите. Мы сейчас быстренько рассмотрим э, вариант создания аккаунта. Для тех, у кого он есть, это можете пропустить. Давайте-ка мы создадим такой аккаунт. Другие варианты. Я создаю аккаунт. Допустим, у вас ничего нет. Или учетная запись. Дальше пишите, как вас зовут. Например, Иван Иванович. Нет, э, э, фамилия... Э, иванов адрес электронной почты создать новый адрес а, у нас нету текущего мы создаем новый а, и если мы сейчас напишем иван то нам а, система скажет что таких иванов уже полно поэтому мы должны как-то модифицировать ну допустим вот так мы какие-то цифры ведем чтобы это не повторялось дальше придумываем пароль Желательно такой, чтобы его быстренько забыть. Шутка. Обязательно надо ввести дату рождения. Если торопитесь, можно ввести любую, потом можно исправить. Пол, не знаю, обязательно или нет. Телефон, по-моему, не обязательно я введу. Страна Россия, проверяем. Если все нормально, нажимаем далее. Политика конфиденциальности предупреждает, что некоторые данные персональные собираются компанией Google. Но пусть собирается, мы никакой политикой и прочими делами не собираемся заниматься все. А все сохранить, пусть сохраняется этот пароль. Но подтвердите аккаунт э Я не хочу. Так, зачем он спрашивает этот э, подтверждение аккаунта? Ну ладно, пусть пусть спросит. Вот он мне сейчас на сотовый телефон присылает э, код подтверждения, <coughs> который я, вот оно приходит, код подтверждения приходит, <coughs> вот такой вот код, О, вот он показываю. Он одноразовый, я его вошу. вот так. Ну и все. Однако, <coughs> uh, у этого Ивана, у этой учетной записи нет еще одной последней вещи. Uh, нет последней вещи. Вот я сейчас перехожу к сервису YouTube. Снова открываю эту же ссылку. Да, она автоматически открылась. Я хочу добавить комментарий. Я опять не могу ничего сделать. Нужно создать канал. Как сделать канал? Вот этот второй, последний шаг. Если у вас была учетная запись, вы легко авторизуетесь. А вот как канал создавать? Я показываю. Кликайте по вот этой картинке. Это ваша учетная запись. И там есть ссылочка ⁇ Мой канал ⁇ Выбираете мой канал. И даете ему... То название которое вам нравится лучше ваше имя иванович извините иванович иванов вот под таким именем вы и будете в чате создаете канал все теперь у вас полноценный свой канал не буду объяснять зачем но вот так вот работает youtube оп оп даже у них ошибка бывает, ничего страшного, не пугайтесь, я обновил. И если, если я сейчас обновлю или снова зайду на страничку с вещанием, с трансляцией, вот я обновляю, я вижу окно трансляции вот такое, и я наконец-то убеждаю, что у меня можно, теперь мне можно добавлять свои комментарии. Вот я выбираю свой комментарий. Всем добрый день. Плюс для усиления эмоциональности я хочу добавить сюда смайлики. Они не сразу почему-то появляются с задержкой. Вот они появились наконец. И я вот такой смайлик. Студент это применяет. Вот мое сообщение. Вот оно готово. Я нажимаю клавишу Enter и мое сообщение отправилось. Чтобы убрать эти смайлики, нужно нажать вот сюда по клавиатуре. Вообще смайлики это для, больше для молодежи, мне кажется. Все, коллеги, я закончил. Вот так вы пишете свои сообщения, которые мы увидим прямо здесь, вот на экране этой трансляции. Прямо здесь на экране, коллеги вот здесь вот где-то будут показываться эти э, сообщения, которые в еды в чате. Это очень удобно. Все, что вы пишете вот здесь, вот вот здесь, оно все будет высвечиваться в виде текста где-то в зоне показа. По-моему, это классно. И весь мир будет видеть ваши сообщения. Весь мир, включая тех э, людей, ко которые сейчас в данный момент докладывают. Это здорово. Спасибо за внимание. До новых встреч.